ребята, с вами Сэм на канале Мисс Энни. Сегодня мы будем распаковывать вот такой вот сюрпризик, который мне подарила мама. Привет, друзья, всем. Ну что, мы только что со школы вернулись с Аней еще я не знаю, как тут назвать, со школьной формы еще, нет, да? Или как, фристайл это, да? Ну давай, Саня получила вот какой-то сюрпризик такой сегодня. Ну давай, покажи, что это у тебя такое. Вот. Такой как вот. Это? Rainbow. Зорс. Зор какой. Ну, короче, наверное. Rainbow RNS какой-то. Ну давай, твоя. Я впервые вижу, что это такое. Саня. Не знаю. Только это сложно открывается. Вот. Почти. Давай. Ну, красивый такой. Может, тебе ножницы принести? Да. Наконец-то. Вот такой вот единорожек. Вот такой вот. Ой, ну очень красивый. Ну, давайте сейчас. Ну, давай, да. Я так и думала, что мне вот это типа попадется. А почему ты так думала? Ну, покажи, я его не хотела. А почему? Я его не очень хотела. А почему? Сейчас надо вот это вот. Мороженое? Ну-ка покажу, ой, какой он весь красивый. Ой, какой красивый, но он весь потрепанный какой-то, у него крылышки, да? Да. Ну, он сейчас очень посмотрим. Красивый, Саня, почему? Оф, тут сколько? Тут целая коллекция их. Ну, ты ему немножко сделай причесон такой, чтобы он был моднее. А там в этом яичке что? Давай покажи. Давайте вот на стол переместимся. Ой, смотри, тут можно ему написать даже что-то. Саня, смотри, имя, фамилия. Вот такое, это вот такое вот яичко. Ну-ка. Которому надо помочь, наверное. Ну, давай, иди, возьми. Нет, вот. В коридоре там эти большие, на коробке этой там лежит. Ну, давай. Вот. Ну-ка, давай посмотрим, что тут такое. О, это его малыш. Ой, смотри, какой симпатичный. Он, наверное, светится в темноте. Да, не наверное, 1000%. Да, я вижу. Ой, какой симпатичный малыш. Очень красивенький. А что это за существа, Саня? Что не это? Знаю, какие-то единороги. Ну, очень красивый. Потом вот тут слаймик такой. Вот. Слаймик. Покажи. Как классно. Вау. Давайте так в одном комплекте какие-то три такие вот интересные вещички. Он двухцветный. Вау. Пахнет, Саня? Посмотри. Да. Или нет? Вот да? Чем? Ой, как жвачка. Мороженое. Это сноу слайм. Ну вот, слушай, получила дитё наконец-то опять свой релякс, да? Смотрите, залипашка. Круто? Он так пахнет вкусно. Ну что, я знаю, что тебе хочу сказать. Нет. Мы бы знали, могли бы твоей этой подружке лучше вот такой вот на день рождения купить. Она была бы, наверное, счастливее, да? Да. Скажи. Смотри. Ну, я вижу, что очень. Ну, в одном комплектике, давай я покажу тогда это яйцо. Сейчас я его сложу. Сложи, и я его сейчас вот прорекламирую. Rainbow RNS. Короче, вот такое вот. Вот. Ну, смотрите, яйцо какое вот симпатичное. И так, знаете, празднично все. И внутри получается, что мы получаем вот такого вот красавца. Но не только. Там да. Есть больше. Да, вот он тут, ну, смотрите, у него какие ножки красивые. Кстати, он очень сделан так все аккуратненько. Да. На крылышки они блестят у нас. Видите, так. Да. Он типа, я так думаю, что это у каждого вот под этим сердечком есть какое-то. Да, так этот любит мороженое, да, так понимаю, да? Так вот это, наверное, и пахнет мороженкой. Все, я поняла. Вот, понюхайте, зрители. Да, точно. Таким каким-то. Он так очень классно тянет. Фруктовым, да? Каким-то таким фруктовым. Потом вот сюда, наверное, надо вложить вот это вот слаймик вот этот. Да. А вот этот вот малюсенький вот его друг, куда он идет? А он просто тоже вот. Ну, можно играться, если, например. Это на этот карандаш.
Ай, да что? Да? Давай принеси, посмотрим. Классно как. Ай. Я не хочу сейчас, ну потом. Ну давай принеси, Саня, ну посмотрим. Ну какой, ну спиналила вот тут, вот. В коридоре я твоя. Я не могу, я залипла. В коридоре твой рюкзак школьный. Иди возьми, мне так прям интересно. Классный очень, точно он светится, если так вообще класс. Супер, Саня, давай. Пенальчик свой приноси. И будем смотреть. Будет очень классно и интересно. Вот, смотри. Ну-ка. Ну, тут мой карандаш не подходит, но это вот. Ну, супер. Да. Подходит, да, или нет? Подходит. Немножко подходит. Подходит. Но вот этот вот слайм, это просто какое-то чудо. Ну, классный. Ты знаешь, я тебе что могу сказать, что мне понравился очень. Давай вот это вот мы все уберем. Туда. А давай вот такую это вот книжечку еще покажу ребятам. Ну что же тут у нас? Тут вся коллекция, наверное, да, в этой книжечке. Давай посмотрим, кто это такие у вот нас. Тут вот есть вот это вот. Я бы хотела вот очень вот этого котика. Покажи. Так надо знать, какой цвет у него едино этот рог. Ага. Понимаешь? По... А у этого нет, цвета? Вот на упаковке всегда, вот видишь, вот этот вот рог обозначает, какого цвета будет у тебя внутри птенец этот. Да, тоже желтый. Видишь? А ты хочешь какой? И вот этого котика или единорожка. Покажи, да, видишь, они были какие? Это этот розовенький был, а вот это такой блестящий, вообще серебряный вот, какой-то. Вот юникорн. Да, тоже. И потом вот тут есть еще вот такое яичко, да. Вот, смотрите. В который можно положить слаймик, но нет. Его не положишь в слаймик низ, там дырочка. И он, наверное, будет засыхать, да? В этом? Да, надо будет куда-то... Угу. Ну, класс. Видите, сколько их тут? Тут вся... Шесть. Но вот тут смотри, Саня. Тут вот эти маленькие. 18. Вот bookworms to collect. Да. А, и тут эти малюсенькие, друзья эти, да, да ихние... Угу, да, видите, даже ребятам, которым уже 3+, можно играться с этой игрушкой. Значит, она совсем-совсем... Ну, не химическая. Она не опасна просто, потому что нету деталек никаких маленьких. Вот слаймик так можно съесть. Ну, вот слаймик, да. Ну, наверное, 3-летний ребенок, он уже, наверное, что-то понимает, я так думаю. Ну, да. Ну, покупка... Вот это Таурусу сколько лет? 5. Нет. 5 уже теперь ему было, да. Только что, да? А вот мне странно. Ай, вот, тут вот яичко ставится. Ну, красиво мне очень. Мне только надо сейчас передумать, куда вот это ложить. Ну, так у тебя там есть эти контейнеры? Нет. Сколько угодно? Нет. Нет? Пойдем посмотрим. Или давай ты покажи этого птенца еще там, как у него... Такой, куда ты бежишь? Ну, давай. Мы только что вернулись со школы, так что Саня получила за хороший диктант, что она очень хорошо написала диктантик. Вот она получила вот эту игрушечку, вот хотела с вами поделиться. Какая игрушка тут у нее красивая? Ну вот, короче, вот я нашла вот такой арбузик у меня. Да. От Саника. Да. Там уже так всегда будешь класть, да? Да. Ну, давай, клади. Вот. Будет супер. Красиво. Вот. Оранжевый. Ну вот арбузик какой, да, у тебя. Вот этого маленького сюда. Ну маленький, было, как и всегда, домой потом к себе. Потом вот сюда вот ставится яичко. Даже есть место, да, да, где прилипнуть ему. Ой, как классно. Угу. Супер. Я бы очень хотела вот этого единорожка. Видишь, Саня, там, я тебе так скажу, что там очень трудно выбрать, и я практически я не выбирала, потому что только по этому рогу ты могла там что-то выбирать, а вообще-то там, ну что ты там выберешь? Откуда ты там можешь знать? Да. Теперь уже знаешь, что вот в этом оранжевом, какой сидит там, да? А вот где. Да, вот тут. Вот, смотри, так красиво сложится. И в дорожку можно взять, да? А вот в этих больших, что мы видели, там да? Там огромный просто слайм и огромная игрушка. Огромная игрушка.
не слаживается уже больше? Слаживается. Ну, давай попробуем. Сложно. Ну, вот так, смотри. Ну, сложно, они вот эти вот, вот. Видишь, вот эти вот, они очень... Вот. О, молодец, нет. Супер. Ну, вот и себе компактно везешь куда-то, если мне можно. Мне больше всего так слаймик понравилось. Ну, я поняла, конечно. Почему же нет? У тебя слаймиков, так там целая куча этих слаймиков. Но он вытягивается, да. Ну, да. Вот наверное, вдруг... первый раз, что я вижу, что так вот тянется. Смотри, да, твой слайм. Смотри. Сейчас вот так давай, вот так вот бери. Ну-ка. Вау! Тут как сахарная вата, вот. Смотри, растягиваешь, как сахарная вата. Так да, похоже тянется. На сахарную вату, да. Точно, точно. Липнет к рукам чуть-чуть. Вот, ребята, очень советую вот этот вот покупать, вот это яичко. Только знаете, что рог должен быть какой-то другой, только не оранжевый. Но и... это для кого, как? Ну да. Правда же? Ну да, для меня этот птенец такой миленький, но он такой, ну как сказать? Ну он такой, ну как его назвать? Он такой... Потрепанный, кажется, да. Как после дождя. Как раз, как у нас сегодня, да, Саня? Покажи вот так. Вот. Ну, что показать, смотрите, сейчас я вам покажу. Терраса вся в воде, все в воде у нас вот. И вообще так, знаете, пейзаж такой за окном не очень. Ну что, Саня, тогда давай ставим лайки, подписываемся. Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Спасибо тебе за красивый обзор игрушки. Супер. Пока. Пока. Ребята, еще продолжение чуть-чуть. Вот мы с мамой вот так вот игрались. Вот на, бери. И вот так вот тянем. И вот, ну вот не получается. Ну как снять, Саня, чтобы не получилось? Давай вот сюда поставь камеру просто. Вот сюда вот ставь, вот так вот. Обверни вот это, обверни, да. Поставь вот сюда. Ну-ка. О, привет, ребята. И давай сейчас вот будем делать. Привет. Ну-ка, смотрите, как мы сделаем. Смотрите. И вот, видите, как он вот так вот собирается. Вау, наверное, не видели. Давай я немножко еще камеру вот так, Саня, сделаю. Ой. Ну вот давай вот так вот просто. Смотри. А давай, когда я сделаю, быстренько возьму тогда камеру. Не, все, окей. Ну, бери. Давай немножко тут. Вот, бери. Смотрите. Вот, смотрите, он вот так. И вот. Вот, видно. И вот он сейчас вот сам. Смотрите, как он сам собирается. Да, вот. Как-то. Было видно точно. Ну так вот сейчас так уже точно ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока-пока. Саня, мы с тобой гениальные девчата. Гении. Гении мы с тобой, да, Саня? Да.